балладу о предлогах. У автора стихов это называется «Этюд с предлогами». Стихи Алексея... Нет, Геннадия. Геннадия Григорьева. Расписными потолками внутри, и, конечно, даже дом, то только вряд ли будем жить при. И, конечно же, не вдруг и не к нам в закрома посыплет манна с небес. Только мне ведь наплевать, на я прекрасно обойдусь без. И, конечно же, не вдруг и не к нам за окрома посыплет манна с небес. Только мне ведь наплевать, на я прекрасно обойдусь без. И пока в руке не дрогнет перо, и пока не дрогнет сердце во мне, буду я писать и петь про, чтоб остаться навсегда мне. Поднимаешься и падаешь вниз, как последний на земле снегопад, но опять поют восставший из, и горит моя звезда. Поднимаешься и падаешь вниз, как последний на земле снегопад, но опять поют восставший из, и горит моя звезда. Поднимаешься и падаешь вниз, как последний на земле снегопад, но опять поют восставший из, и горит моя звезда над, и горит моя звезда над, и горит моя звезда над.